Добро пожаловать на наш канал Airgun Media. Сегодня вашему вниманию представляем обзор нарезного карабина от чешского производителя ЧЗ. Модель 527 в калибре 7,62 на 39. Карабин поставляется в картонной коробке, в которой находится затвор и сам карабин. Также съемные антабки, рекламный проспект и инструкция по эксплуатации. Ложа выполнена из ореха. На рукояти и цевье присутствует лазерная насечка. Снизу на ложе имеются винты для установки быстросъемных антабок. Основные части оружия выполнены из оружейной стали. Открытые прицельные приспособления съемные. На ресивере установлена планка Пикатинни. Рычаг взвода находится с правой стороны. Флажок блокирует ход спускового крючка. Для того, чтобы извлечь затвор, необходимо нажать на клавишу, которая находится с левой стороны. Ствол на карабине черный, следовательно, стрелять лучше мягкими тампаковыми пулями. Затвор имеет два боевых упора. Стальной коробчатый магазин вмещает в себя 5 патронов калибра 7,62 на 39. На конце ствола находится резьба для установки ДТК. Ствол на карабине вывешен. Данная модель отлично подойдет для ходовой охоты, а также для загона. Приобрести эту модель вы можете в розничном магазине сети Airgun на Дубровке при наличии лицензии серии ЛНА и паспорта. Более подробную информацию вы можете уточнить у наших менеджеров, либо по ссылке в описании. Подписывайтесь на наш канал, а также на нашу страничку в социальных сетях.